Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить о борсучьем жире. Свойства борсучьего жира многогранны. Борсучий жир лечит множество заболеваний, но сегодня я хочу поговорить о таком заболевании, как варикозное расширение вен. Борсучий жир, как известно, избавляет от боли и тяжести в нижних конечностях, оказывает тонизирующий эффект на сосуды и соединительные ткани. Борсучий жир оказывает противовоспалительные действия, обладает он высокой витаминной ценностью, насыщает макро- и микроэлементами, за счет чего клетки восстанавливаются и обновляются. Способен подавить всю симптоматику варикоза, снимает отеки, уменьшает воспаление, нормализует кровообращение в сосудах, предотвращает тромбоз. И рецепт, как можно избавиться от варикозного расширения вен. Берем жир и наносим на проблемный участок. Втираем в течение 3-5 минут на проблемный участок. Затем нам нужна ткань, желательно не синтетическая. Можно взять ХБ, можно взять шерстяную ткань. Аккуратно этот участок, который мы обработали жиром, завязать. Желательно это делать перед сном, на ночь, чтобы эффект сохранялся 5-6 часов. Процедура эта повторяется в течение 10 дней. После 10 дней смотрим на эффект. Если не полностью пропал варикоз, значит, продолжаем мазать в течение месяца. Но уже после 10 дней появляется эффект. Варикоз практически пропадает. Вот такой целебный борсучий жир можно приобрести у меня. Пишите, звоните. Отправляю почтой России. Звонить и писать лучше сразу на WhatsApp. Есть свежий жир этого года борсучий, есть сурчиный, есть жир медвежий. Все эти жиры обладают целебным эффектом. Так что, друзья, кому нужно, пишите, звоните. Буду рад всем помочь. Всем вам здоровья. Всем пока.